Елена Засимова окончила Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Пишет картины, мастер-кисти и холста с 5 лет. И сколько себя помнит, всегда мечтала быть именно художником. Сегодня работы Елены Засимовой хранятся в Государственном музее имени Пушкина, в частных коллекциях Европы, США, Китая, Японии. В творчестве автора выставки было много разных периодов – розовый, голубой и даже темный. Был период, когда я занималась только афортом. А сейчас у меня период живописи. Меня многие спрашивали, как называется вообще мой творческий путь. Я долго придумывала и подумала, что это реализм, но фантастический. Потому что угадываются некоторые образы, но все-таки это фантастика. Поэтому в работах Елены Засимовой преобладают фантастика и абстракция. Также многие полотна отличаются многослойностью живописи. Эта картина под названием «Зеркала» отличается яркими, насыщенными цветами. Работа написана несколькими слоями красок. Каждое из этих цветовых сочетаний, по мнению Елены Засимовой, отражает настроение и характер трех героинь полотна. Почти треть выставки занимают работы под названием «Маски». Эта серия родилась у Елены Засимовой в 2000 году. Общая идея работ – показать образы людей через маски, рассказывает автор. Мы все играем в этой жизни. Где-то темные люди, да? Где-то теплые люди. Где-то люди очень веселые, набегающие на ножках и ведущие очень активный образ жизни. Но в основном я передаю все-таки через цветовое решение образы. Можно представить под каждой картиной свое лицо, свой образ. Окунуться в неведомые миры Елены Засимовой можно в выставочном центре на Советской в течение всего июля.